Идеальная морковь. Не всегда удается вырастить идеальную морковь. Что значит идеальную? Это значит ровную, гладкую, блестящую. Так почему морковь деформируется? Я расскажу о причинах и их устранении. Во-первых, вы посеяли очень густо. Сеянцы не имеют достаточно места, чтобы правильно развиваться. Препятствует росту корней наличие в почве твердых частиц. Это могут быть камни или комки земли. Вы внесли много органики или свежий навоз. Морковь начинает трескаться, ветвиться и в дальнейшем будет плохо храниться. Неравномерный рост может вызвать и нематоды. Это маленькие черви, живут в почве и питаются корнями растений. Чтобы вырастить морковь, которая вас порадует, нужно устранить эти причины. Высеиваем семена моркови на глубину 2 см и на расстоянии 1,5-2 см одно от другого. Прореживаем растения в фазе 2-3 настоящих листьев. Расстояние делаем между растениями 2-4 см. В почву добавляем органические вещества, такие как торфяной мох или гумус. Не стоит сеять морковь в зараженную нематодами почву. И последнее. Лучше выращивайте сорта и гибриды с длинными корнеплодами более 20 см. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.